все, закончилась навигация. Забираем вещи домой на сетку. Перед тем, как теплоход поставят на прикол и оставят на зиму, проходит сложная процедура его консервации. Основные работы разворачиваются в машинном отделении. Здесь со всех механизмов сливают масло, воду. Вся процедура проходит в отдельном герметичном боксе, так, чтобы отработанные жидкости не попали в реку и не нанесли вреда окружающей среде. Главное, вспомогательные механизмы все осушили, то есть слили воду. И внутренний заборный контур полностью все осушили, все системы. Осушили. Вот. Сейчас пароход без воды. Приемную коробку тоже осушили. Воды нет нигде. А для чего сливается вода? Ну, чтобы не замерзла, не разморозилась. Может, трубопровод разморозится, главное двигатель, все это прочее. Это же мы знаем, что вода расширяется, правильно? И разморозится, размерзится. Вот. Это все это сливается, все это осушается. Для капитана Москвы Владимира Ивановича Симаченко это уже 42-я навигация. В начале своей карьеры ходил по Лене. Последние несколько лет курсирует по Амуру. Владимир Иванович рассказывает, за это время процесс консервации судов практически не изменился. Но современное оборудование все-таки вносит свои коррективы в эту процедуру. К примеру, если раньше штурвал упаковывали в целлофан, то сегодня этого уже не требуется. Все теперь механические, технические, особые консультации, вернее, консервации это рулевого устройства не нужно. Вот. То есть все уже законсервировано, все. Основные все механизмы, которые выполняют функции управления руля, то есть рулевая машина законсервирована, все это дело. А это так оно не нужно. К зиме готово? К зимнему отстою судно готово. Всю мебель с палубы на зимнее время для сохранности заносят вовнутрь. Так она лучше переживает амурские морозы. В кают-компаниях также стоят упакованными спасательные круги, жилеты, ведра, ломы и другая мелочь. Что-то накрыто от пыли, отдельные вещи стоят просто так и ждут своего часа. На несколько месяцев домом для этой прогулочной Москвы станет вот этот затон на реке Зея. Место выбрано не случайно. Он в чаше стоит, он мерзает в чашу. Чаша стоит спокойно. И все, здесь течения нет, ничего нет. Все тихо, все спокойно. И все, он также чаша вытаивает, оттаивает. Ментами поработал, смыл там все это дело. Сошел и все. И все дела. Снимать с прикола теплоход начнут с марта. В очередной рейс он выйдет с началом очередной навигации, которая традиционно начнется в конце весны, начале лета. Юрий Камышный, Роман Юдаков. Амурское областное телевидение.